Я хочу сказать, что в этой ситуации разбирательство идет. Семья не так давно приехала из Карелии. На учете не состояла. Ребенок был определен в детский сад, то есть место им выделили. Оба родителя работали, они снимали квартиру. Но люди недавно на территории города Апатиты, не местные. И в создавшейся ситуации сегодня опека была в гостях у мамы. И я думаю, что она уедет. Но определенные действия по отношению к семье, ну то есть уже к маме, будут применены. Пока все в работе. Вы, наверное, читали, что отчим уже судом ему определено меры пресечения, арест. Он находится в камере. В отношении мамы, в связи с тем, что там малолетний ребенок, проводятся мероприятия. Я думаю, что тоже некие меры к ней будут применены, как в связи с тем, что маленький ребенок был сначала оставлен дома один, и поэтому он и нахулиганил в квартире, навел беспорядок. Ну и в дальнейшем, я думаю, что опека выйдет с иском уже теперь к карельским органам опеки и попечительства в отношении дальнейшей судьбы этого маленького ребенка. Все в работе. Маленькому ребенку сколько? Месяц.